Автоматизация, друзья. Вот последствия использования автоматизации. То есть, скорее всего, это пишут роботы. И владельцы этих роботов даже не удосуживаются посмотреть на ответы. И присылают свои портянки бесконечно. То есть, вообще, видите, да, что даже не смотрят. Что там кто ответил? Прислали портянку, ответ получили, следом новая портянка. И вот сколько раз уже вот было говорено, что автоматизация еще нужно научиться пользоваться. Потому что в интернете сегодня кричат на каждом углу практически. Автоматизация, автоматизация. Вам там будет 20 партнеров каждый день и так далее. За вас все это автоматизация будет делать. Да ничего она не делает абсолютно. Вот я вижу прекрасно, что это не живой человек. Ну, то есть, естественно, владелец этого аккаунта реальный человек, но сам аккаунт это фейковый, который создан для того, чтобы рассылать вот эти портянки. Кому они интересны, спрашивается. Вот я, допустим, никогда не пойду к такому человеку, который вот даже не смотрит, что я здесь ему отвечаю, и вообще никакой реакции не следует за этим. Поэтому сетевой бизнес – это бизнес отношений. Кто бы что ни говорил, автоматизация, она совсем другую роль подразумевает. Автоматизация никогда в жизни не построит вам структуру и не построит команду из ключевых людей. Вот и все. Поэтому я этой автоматизацией не пользовалась, не пользуюсь, ну и пока не планирую. Может быть, когда-нибудь начну это дело изучать более подробно. Но вот так вот применять ее, рассылая в личку предложение, вот просто так вот от фонаря, никогда в жизни не буду. Поэтому думайте сами, пользоваться автоматизацией или нет, и кому она вообще нужна, и кому она приносит пользу.